Игру предоставила компания Космодром Геймс. Мяу-мяу, дорогие друзья! Сегодня мы играем в игру Gotham City от издательства Космодром Геймс. И точно. Начинается все с того, что у нас 4 человека, и мы будем бороться за очки влияния. Они вот так у нас представлены. При игре 4 надо будет заработать 13 очков влияния. Кто первый это сделает, тот и победит. В игре участвуют только карты и жетоны. Кто у нас первый игрок? Ну, как хотите. Кто распределяет? Ну, давайте будет первый игрок, кто здоровался, второй, третий и четвертый. Это зависит... Очень важно, потому что первый и второй игрок получают по сколько карт? По 6 карт, а третий и четвертый игрок получают 7 карт. Да. А также мы выложим на стол общие карты, которые нужно будет забирать себе на руку и разыгрывать их в дальнейшем. Игра от 2 до 6 игроков, но мы сыграем таким усредненным составом и покажем вам, как она играется. Фракция, естественно, тут будет больше. Когда ну, люди находить. Вообще еще пока не знают, что есть фракция. Вот так они пошли, вот-вот. Да, отлично. Наш Готэм нуждается в героях и разделен на фракции. Мы играем с полицейскими, робокотами, журналистами. Да, и журналистами, да. Чиновники также нам встретятся. Да, еще у нас есть хакеры. Да-да-да. И еще кто-то. Всего в игре 8 фракций, из них случайно отбирается 5. Для начальной фракции, для начальной игры там были определенные фракции, но мы уже поиграли несколько разов. И вот выбрали вот такие абсолютно случайно. Но получается 5 на 1 больше, чем людей получается? Нет, это всегда 5 фракций и 3 вылетают. Здесь не в зависимости от количества игроков. Мяу. Да. Мы выкладываем на стол 7 карт и распределяем их действительно по тем фракциям, которые у нас вышли. Итак, первый игрок... Рассказывай, что ты можешь сделать в игре вообще? Я могу разыграть какой-нибудь набор из фракций. Вот так. Потому что здесь для каждой фракции нужно разыгрывать несколько карт вместе, чтобы они произвели какое-то действие. Также, когда я могу взять карты с общего стола. Но взять я их могу только компанией, то есть либо всех хакеров, либо всех полицейских и тому подобное. Подобное, да. Да. После того, как я беру карты, я должна выложить такое же количество карт из колоды. Ну вот, в общем-то, и все, что нужно. Давай, делать. Начинай. Что делаешь? Да, я разыгрываю 4 хакеров. Во-первых... Ничего. Да, надо, наверное, сказать, что я внедряю их своему противнику, и он открывает, он замешивает их в свою руку и открывает потом. Да, у игрока должно быть обязательно такое количество карт, которые ты выбрал, то есть 4, у меня должно быть на руке как минимум эти 4 карты. Да. Так, я беру к себе и вот при вас прям вот замешиваю. Ну, раз 4 хакера, значит, 4 карты тебе надо первые вскрыть, которые у тебя получится. Ну, в смысле, сколько хакеров, столько и надо вскрыть. Да, первые. Так, тоже количество хакеров. Робокот, полицейский и один хакер. За одного хакера ты получаешь 1 победное очко. И остальные карты я забираю себе. Да, а вот этот хакер, он сбрасывается. У нас вот да, здесь будет сброс, и ты отняла у меня карточки, ну ладно. Блин, хакеры, это прикольно. Хакеры, да, классно. Дальше. Второй код. Я играю 2 журналистов. Журналисток. Да. Тут на каждой карточке есть такие маленькие реплики или что-то. Атмосферные фразы игры. Атмосферные фразы, да, что-то вроде сплетни. Это когда немой говорит глухому, что слепой видел, как одноногий ходил по воде. А почему одноногий не может ходить по воде? Не понимаю. Это нарушение чувств одноногих. Так. Кстати, одноногие, а коты же они, ну, типа, 4 лапы, нет? Сыграйте, да. Слишком сложно. Грустно, да. Но они там на 2 лапках задних. Как сыграйте 2 карты журналиста, возьмите в руки, возьмите 2 этих самых кошачьи морды. Типа эти, да, победные очки. Победные очки. Влияние, да. Игроки могут дать вам карту, любовь, чтобы, да, чтобы сбросить... одну карту из руки и получить одну кошачью морду, извиняюсь. Ну, то есть смотри, да. Я, например, хочу тебе отдать карту, да, чиновника, и эту же карту чиновника я сбрасываю, и, следовательно, я получаю 1 победное очко. Я хочу то же самое.
Причем тоже чиновников. Да, чиновники они такие. Котики, блин. Так, а первый игрок не будет? Не хочет. Это ты сбрасываешь, и ты получил то, что тебе нужно было. Так, дальше. А как я добираю, я не помню. Добираешь ты в свой ход, вместо того, чтобы разыграть карты, ты берешь с общего стола. Да, да, да. Так. Я решила сделать такой ход, который уже был, но все равно. Так, и я хочу... Так, у тебя там много, да, карт? Что значит много? У меня 5 карт. К четвертому коту кинуть 3 хакера. Поехали. Отличное решение, очень выгодно, да, с учетом того, что у меня одни хакеры. Серьезно? Ну, конечно, надо же помнить игру. Да. Сколько он ты мне дала? 3? 3. 1, 2, 3. Ну, 2 ты получаешь. Yeah. И вот эту ты забираешь себе на руки. Ебой. Yeah. Это здорово. Ох. Очень выгодно использовать эти карты, чтобы сбросить у соперника их. Так, у кого сколько карт? У кого сколько карт? У меня 5. 3, 5. Отлично. Вот мы возвращаем. Должен. А подождите, от 1 до 4 да. можно. Значит, только я 4 обратно возвращаю женщине. И начинаем то же самое. Я помешаю. Я женщина, а значит, я существую. Пожалуйста. А, я открываю. 4 штучки. Да? 1, 2, 3, 4. Замечательно. 2 победных очка. И эти я забираю на руку. Да. Что ж, я перемешала все свои карты. Итак, а я соберу 3 полицейских и выложу 3 карты. Какие-нибудь. Да, это чиновники. Да, вот у нас появились чиновники. Хакеры и чиновники. Тема. Дальше. Котофей. Чиновников. Украл чиновников. 2 новые карты у нас выходят. Это журналисты и еще журналисты. Поехали. А, кстати, на руке может быть не более 10 карт. Да. Да. Вот такая да, это вот. Важно. Это так. Я забираю робот-котов, открываю еще робот-кот. И журналисты, пожалуйста, положите. А, давайте-ка вот как раз журналисток и возьмем. И 3 карточки выложим. Так, я решаю... Вы закончили? Да. Спасибо. Я решаю разыграть полицейских. Суть полицейских состоит в том, что они кого-то разыгрывают. Я кладу любое количество... Они разыскивают. А, разыскивают. Разыскивают, да. Я кладу любое количество полицейских, в моем случае это 5, и карту еще одной фракции какой-нибудь. У меня это будут журналисты. И выбираю себе жертву, конечно же, моего для вас левого, для моего правого. Как-то. Он мешает свои карты. И мы ищем среди них журналистов. Он открывает 5 карт. Да, потом, если там будут журналисты. Да, если там будут журналисты, то за каждого я получу... Победное очко. Победное очко. А если там будет полицейский, тогда я добираю в закрытую карту. Из колоды. Да, ну поехали. 5 карт я должен выложить. 1. Журналист. 2, 3, 4, 5. Все эти карты сбрасываются. Ты получаешь 2 победных очка. Да. Я получаю за полицейского 1 победное. Победную карту. И вот эти все разыгранные карты, они сбрасываются. Беда. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сбрасываются ли мои карты, или все-таки они хоть имеют какую-то... Возвращаются на руку. Но вообще логично вернуть их тебе на руку, потому что за полицейского... Но в правилах написано, что все разыгранные карты сбрасываются. Ой, боже мой. Ты что, мэрию собрал? Это местное самоуправление. Сколько у тебя там карт? 6. Я буду открывать. Открывайте, сыграйте, в общем-то, сколько там чиновников? X. Откройте из колоды X карт и возьмите кота за каждую открытую фракцию. Различно. За каждую уникальную. А хочешь карту? Маленький секрет? Всего сейчас в игре 5 фракций. Там может быть дубль. А это не считается, ты будешь одно победное очко за каждую различную. А в любом случае всегда в игре 5 фракций. Ну вот, да. 2 победных очка. А, 2, 3. 3. 4. Отлично помешали, ребята. 4. 4 и еще. У меня еще одна карта есть. Ага. Именно для этого. 4 победных очка. Игрок. Так, и те, это то сброс, да, идет. Отлично. Неплохо. Неплохо. 4. Может, вы там хотите на 5? Да, разменяешь. Да, скидывай. И одну единицу, которую ты уже взял.
Очень сложно считать. Пожалуйста, не сбивайте. Так, я накопила себе интересную фракцию робот-котов, короче говоря. Да. И тут есть два варианта их сыграть. Либо сыграть два робот-кота и взять 5 карт, либо сыграть 4 и взять 3 очка. Я сыграю 4 робот-кота. Ну, типа, еще я на всякий случай показываю. 4 робот-кота. Да. А, пожалуйста, пожалуйста. Я беру... Я вот так возьму 5, верну 2 и... Кстати... Как вы уже говорили, там же всякие надписи. Вы заметили, что, ну, как бы действия одни и те же, а надписи, они все разные, и у меня на одном роботе ну, было вот эти вот, убийство, ну, короче говоря. Да. Очень странно. Я разыгрываю двух журналисток и беру 2 победных очка. Да. Поэтому, а кто хочет, может мне картишки подкинуть. Эх. Хочет как, кто-нибудь? Как подкинуть, если когда у тебя одна карта? Ну, давайте, скидывайте мне что. Ну, картишки, ну. Ну, кто-нибудь. И нет. Нету, ну ладно. Что нет? А что, нормально тебе понятно. Можно было мне из-за журналисток сбросить карточку и получить победное очко. Класс. Очень выгодно. Нет, спасибо. Но... Если бы вы не отвлекались. Я не грущу. Я забираю робокотов. И выкладываю 3 карты. А там 3 было, да, робокотов? Да. Неплохо. Да, выгодно. Женщины. Все к вам, все к вам. Надо выложить, выложить. Обязательно, да, надо выкладывать. Робо. Робо. Рыбокот, как рыба. Рыбокот. Подайте мне, пожалуйста, хакера. Таких нет. Да, да, да. Таких нет. Там 3 хакера? Да. Это, конечно, хорошо. Это я, конечно, молодец. Конечно, молодец, но я возьму 3 робота-кота. А выложить карты за них не хочешь? Нет. Почему я должен это делать? Ты взял. Чиновнички. Нормально. Я так заметила, все ждут, пока накопится, да? Каких-нибудь. Да, фаза накопления. Ну, я возьму чиновников. И 3 карты. И 3 карты выложит мой сосед. Так. Полицай. Пожалуй, возьму. Колода заканчивается, но в этом нет ничего страшного, потому что сброс будет замешиваться вновь. Сколько там было полицейских? 3? 4. 4. Еще одно. Угу. Так, ну тут и так понятно, что я буду скорее играть, да? Я подложу 3. Хакера. Блин, вот у тебя вариация, чтобы оно выпало слишком мало, а вот у тебя точно есть. Вот у первого игрока нормально, как? Да-то что? Смотрите, товарищи. Бам-бам-бам-бам-бам. Три робокота. Хакера. Хакера. Три хакера, простите. Может, это хакеры-роботы? Кто знает? Пришли завладеть вашими душами. Раз, два. Поздравляю. Комбо. Такое бывает. Вернула просто все. Так, я забираю робокота и выкладываю. Ох, журналисты. Дай мне вот эту фигню. Какую? Вот эту. Ты хочешь замешать? Я решила замешать. Ребятка. Давай. Замешали колоду, положили то, что осталось сверху, и продолжаем. Мой ход, я разыгрываю 3 чинуш. Открываю 3 карты. И получаю 3 победных очка. Да, хорошо. Что-то как-то это легко было, нет? Ну да, чиновники они такие. Дальше. Так, у вас сколько карт? 4. Ага. 1. 5. Вы что издеваетесь? Ну ты можешь меньше полицейских положить. Это правда. Спасибо. Эники-бэники ели вареники. Открывай свои карты. Сколько? Открывай 5. Ворота. 5 карт? У тебя же 5 карт? Да. Нет, 4. Ты 4 полицейских. А, 4 карты. 4 полицейских, значит 4 карты открываю. Не проблема. 5. 5. Кого ты ищешь? Робокотов? Да, 3 победных очка. И больше котов нету.
Как-то ты сбросил свои тут? Ну, потому что мы же так сделали, а он вскрыл столько полицейских, сколько у нее карт на руке. И поэтому она как бы их все сбросила. Полицейских у меня не было, поэтому я ничего не брала. Еще раз, пожалуйста, напишите, вот это для нас момент очень интересен и важен. Возвращаются ли они или нет? Смотрите. Мне кажется, они должны вернуться, Мне кажется, они должны вернуться. Я хожу, дайте-ка мне всех журналисток, пожалуйста. Это 5 штук? Да, они такие вкусненькие, и 5 новеньких выходят. Вкусненькие журналистки. Но разыграть ты только можешь 2. За один раз. И что? Суд. Сколько выложено? Еще одна, да? Ага. Да. Я разыгрываю 4 робокота и получаю 3 победных очка. Да, это робот-кот, это тема. 5 и 2 сдачи. У кого сколько победных очков? У меня 8. У меня 6. 9. 9. Игра заканчивается при игре 4, когда 13 победных очков кто-то набирает. Так, я возьму себе чиновников. Можно. Веда, карточки. Полицай. Ебой. Уже кто-то так уже подпустошил, да? Подпустошил. Подпустошил. Угу. Подопустошил, давайте, я тоже подопустошу. 2 победных очка. 2 победных очка. И кто-нибудь может карточки сбросить. Так, и получить по одной, да? Да. Одну. Одну. Ну, а кстати, почему бы, чтобы не терять? И ты должна и еще это же сбросить. Неплохо, получай одну победную очку. Так, у тебя 11 победных очков, а у тебя 10, да? То есть совсем чуть-чуть. Я выкладываю вот так вот. Да, у тебя 12 становится победных очков. Давай. 2. Не давайте ей больше ничего. 2, и кто-нибудь может не сбросить карты. Не давайте ей сбросить карты. Блин, сложно. Я забираю всех полицейских. Я хотел сбросить карты. А у тебя, 2 копии разве есть? 2 копии одинаковые. Ну давай, доиграем, да. Да, на, забирай. Я думаю, у тебя там есть. И сколько у тебя? 12. 12. Так, я забрал всех полицейских 5 штук и выкладываем столько же на место. Стоп. Полицейские не это делают. Что простите. Все делает. Простите. Так, кстати, я пока это, чтобы для вида поменяю вот так и вот так возьму. Большие. Что ж. Надо играть против них полицейских. Кстати, да. Я доберу чиновников. У меня будет очень большое количество мандатов в руке. Мандатов в руке. А что-то карт маловато, нет? Действительно. При всем уважении. При всем уважении. Так вам по-любому добирать карту. Вы не очень выгодно сделали свою позицию. Молодой человек, вы опустошили. Молодой человек проиграл свой ход. Да, вы поняли, раз. Да? Вы проиграли. Мне все равно. Да, ну, добирайте карты. Получил одно. Жадина. Берите карты. Бери карты. Да, спасибо. Вы берете двух женщин. И тоже фалдуса двух женщин, но... Вы знаете, им осталось по 2 журналистки разыграть. Я... И ну, общем, вот они, 2 журналистки. И... Я забираю свою карту. Я тоже выиграл. Забери свою карту. Ну, а тебе... А, 13. Кто победитель? Почему? Я все равно победитель. 14? Да, я думаю, 13. Ну, или 14. Нет, ну так 13, но у меня 14. Но у меня ровно. А у меня больше. Это, знаешь, 13 как... победных очков надо набрать. Это как перебрала, понимаешь? Нет. Как 21. Лучше очко. Лучше очко. В общем, ладно, тогда может кто-нибудь другой, например, телезритель решить, кто из нас тогда двоих выиграл. Да. 13 или 14, пожалуйста. Ну, ты же первая получила эти победные очки, поэтому... Не, ну фактически ее, вот когда ход закончился, у них обоих... По ровное число очков. Нет, я считаю, не что ровное, 14, игрок 14. Ну, в смысле, и тот набрал 13. Я считаю, что ты победил, да. Вот так вот. Потому что журналистки — это девочки. Перебор. Это девочки. Единственная женская солидарность. Женская солидарность. Единственная женщина здесь. Давайте подведем итоги. Рассказывайте свое мнение и скажем, как вам игра. Давайте вы последние 2, а мы потом последние 2. Как это последний? Простите. Не может быть. Хочу, чтобы сказала и первый, и последний игрок для начала. Ну, давай начинай, скажи. Действительно. Мне игра нравится, но мне кажется, она какая-то слишком быстрая. И меня расстраивает отсутствие возможности забрать у кого-нибудь их очки, потому что тогда она стала бы интереснее, если можно было бы так пожучить. Вот.
Это единственная фракция, которая позволяет сбросить, это ее нету сейчас, как бы, вот здесь, вот эта мафия, она там позволяет, ну, немного убрать по одному победному очку, но сбросить, все равно... Сбросить, но не себе забрать. Но не себе забрать, да, действительно, я соглашусь, что вроде бы в игре всего хватает, и азарта, и веселья, и динамики, она очень быстро проходит. Но почему-то вот действительно не хватает взаимодействия вот с этими победными очками. Но по сути, кто быстрее, вот в прямом смысле, прям кто бомбит, 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 кому выпадают на руку нужные карты, тот и выигрывает. Не хватает вот в этом взаимодействии. А так, в принципе, ничего. За одни только рисунки можно похвалить авторов и иллюстраторов, кто рисовал эту игру. Очень симпатично выглядит. И за надписи. Да, надписи уникальные и очень подходящие. А я думаю... Не, было все это очень прикольно. Уже не первый раз мы вдвоем выходим в лидер. Я не знаю, как это получается. Мы, наверное... Жуки. Котов любите. Мы коты. Да. Мы эти прожученные коты. Вот. Ну, не знаю. Было весело. Наверное, это, знаете... Не это... хочу быть прожученным котом. Не хочешь? Прожученный — это как блохастый? Да, типа того. Ну, там жучки в нем, да? Не домашние коты, не домашние. Домашних тоже. Бродяги. Мамины симпатяги. Спасибо, что посмотрели наше видео, подписались на канал, оставили различные комментарии, в основе своей положительные. Напишите, как вы любите котиков. Многие любят котов. Напишите, как именно вы их любите. Да. Все очень обусловлено. И смотрите различные ссылки внизу. Всем пока. Не обижайте животных.